Вот такой вид. Опять церковь, да? С этого ракурса я ее еще не рисовал, но скажите, а можно ли рисовать ее с этого ракурса? Ну, конечно, придется как-то обходить вот эту всю рекламу, все эти бандуры. Посмотрите, как это выглядит поближе. Вот скажите, думает ли об этом главный архитектор города, главный дизайнер города, главный художник города? Вообще кто-либо об этом думает, кроме меня, или нет? Вот о таких видовых точках. Но зато наши торговцы при интуристе, культуристы при торговле, установили новые знаки, какие-то указатели, рассказывающие, как туда пройти, как сюда пройти. А зачем нам указатели, когда мы вот так вот все видим? Мы и без указателей все видим, да? Вот такая вот церковь. Ну, простите опять, ну что делать? Я художник, я хожу по городу и смотрю, что и как рисовать в Иркутске. А теперь вы мне подскажите, вот как мне надо вокруг этой церкви бегать, как нужно корячиться, чтобы... А ведь эти вот бандуры рекламные, они стоят буквально со всех сторон. Вон там, кстати, вот есть 50 метров между вот этой бандурой и вон той, которая там впереди. Видите? По-моему, 50 метров нет. Насколько я помню нормы, на которые, по-моему, сейчас все наплевали уже, то рекламные конструкции должны стоять... Ну, во-первых, они должны стоять в 5 метрах от дороги, от проезжей части. Ну, может быть, они и соблюдают, правда, они нависают над дорогой. Вот. И они должны стоять не ближе, чем через 50 метров. Ну, не знаю, я уже сейчас не отвечаю ни за какие нормы, ни за какие правила. Вот можно было бы встать вот здесь вот порисовать, ну, с одним только вопросом. Так вот, рисовать мне вот эту бандуру, которая, кстати, закрывает совсем неплохой, вон там под ней, видите, голубой отреставрированный домик. Вот так вот это выглядит, видите? Ну что, простите меня, что я опять... про эту тему, но я же рисовать вышел. Я же вот рискую своим носом и своими пальцами на этом морозе, чтобы нарисовать что-то в городе Иркутске красивое. А вот эти вот, которые портят нам жизнь и воздух, буквально, они портят нам воздух. Вот этой вот, вот этими вот своими бандурами рекламными. Я не знаю, как им еще назвать, не придумать вот этим... Вот этой гадостью, которая просто вот, знаете, для меня это, вот для меня, это такая вот нервический негатив такой вот в городе, вот когда я иду и вот так вот вижу город. Вы знаете, и я признаюсь, я когда был все-таки в европейской части России, я не видел такого хамского, наглого, уничижительного отношения, ну хотя бы к церкви. Я уж не говорю про уважение к горожанам, я уж не говорю про уважение к истории, ну хотя бы к церкви. Наши же главнюки, они же декларируют свое уважение к духовным ценностям христианским. Ну так чё ж вы так вот ее, бедную церковь-то так позорите? Господа, кто у нас отвечает за эту рекламу? Ну вот к кому мне обратиться? Вы меня извините, Руслан Николаевич, я не знаю ваших подчиненных, не знаю их фамилий, не знаю, кто за что отвечает. Поэтому я обращаюсь пока к вам. А вы уж там распределите ответственность между своими подчиненными. Ну прикажите вы им убрать вот эту дрянь, а? Ну так же нельзя к церкви относиться. А вот там вот, видите, ну вы, наверное, знаете... А там вообще-то еще один памятник архитектуры, истории и культуры. Это дом декабристов, декабриста князя Волконского. Да? Ну и вот такое вот соседство. Ай, даже рисовать пропало желание вот так вот. Не знаю. Ну сейчас встану вот под этот столбик и все-таки сделаю эскизик. Придется залезть вот в этот сугроб. Вот. И вот здесь вот с такого ракурса нарисовать, да?
опять буду врать, как будто бы у нас в Иркутске все красиво и хорошо, и как будто над моей головой вот нету вот этой дряни, которая еще и упадет на меня сейчас. Thank you.
Thank you.